разыгрывающий сразу начинает быстрое такое достаточно движение мяча, но это движение мяча. Так, что ж, посмотрим, ждем ответочку. И тут сразу с получения немного не добрасывает, но. Не пристрелялся еще, видимо, может, немного не совсем разогрелся. Сразу Малика ему Труфанов не дает так легко получить. С разворота! Теперь Аверин через заслон играет. Пытается вот забегание на Панфилова и Панфила! Что ж, не забивает пока Зорин Никита первый штрафной. И чуть цепляется Панфилов. Краску грузит. В итоге стягивает на себя. И с получения заходит треха Даниила. Панфилов в сведении. Хо-хо! Дриблинги пытаются снова с 8. Но тут Панфилов уже и как-то извернулся. Бросок был в этот раз и подготовленный. Так, а это сразу в кучу зарывается. Снова через заслон играет Панфиловым. Там Панфилов, но решился сам Аверин бросит. И не зря здесь ему пришлось скинуть. И на самом деле, я считаю, это хорошо, что ему пришлось в конечном итоге скинуть. Хо-хо, Аверин! А ничего страшного, Миннесот ведет и 6, могут себе позволить. И... это уже отвисал. А это Карасев. Казалось, что там фол был, тем не менее. И в итоге Водопьянов. Нет, он все-таки от кольца и с фолом. Непонятно. И тречка в одной. Аверин. Получает за слово Панфилов. Панфилов забегание внутрь проходит. Панфилов теперь сам забегает. Евростан. Получает за слон высокий. От Карасева. Аверин теперь забегает. Стартовая прямая. Аверин. Водопьянов. И вот она открытая. Труфанов не смог ничего. Пообщайтесь, ребята. Так, Петров пуляет. Что? Но второй раз. Но. Не тут-то было. И подбор забирает Миннесота. Панфилов, как лев, борется. Ой, не... Я не... Малик, Илья, линия штрафа, два штрафных, бьет Малик, да, заходит первый, Лашара, первый штрафной забивает, сейчас второй будет бить, второй штрафной будет Малик, Илья бить. Давай, 7-15 до конца, первой половины, 20-25, Миннесота на кроссовере, убирает сейчас своего оппонента на Панфилова! Комфортное преимущество, и тут Панфилов приглашает в проход, заходите, заходите. Сложная передача была, ну не то, что сложная, рискованная. И что тут? Что тут на подфилы, на подборе Карасев? И вот она, треха Зубкова! Гришечкин на штрафе. Гришечкин лупит первый, заходит первый штрафной. И легко зашла первая, зайдет ли вторая? Легко. Вторая обычно легче заходит. Да, два бьется. И вот она, вот. Будет штрафные бить. На штрафе бьет Малик. Залетел. Так, Аверин. Дальше, что будет дальше? Будет в лицо пулять или... Да, со стебеком. Воу, Аверин. Ребята поспешили, оговорили-то полную. И вот она, ответка прилетела. И в высоком прыжке. Лужков, что пишешь там? Бондарев получает заслон от Труфанова. Бондарев! Треха от Бондарева! Скинул передачу, но мне кажется, эта передача лишней была. Стоило Аверину самому решать. Так, и тут быстрый отрыв и ненужный. Так, нужно сокращать отрыв Юс. Но, кстати, Миннесота 405 уже, четвертый фол для... И загружают Бондарева. Труфанов! Да, очками второго шанса все-таки. Да будет вторая половина матча между Хьюстоном и Миннесотой. Сразу резво начинает. О-о-о. На дриблинге. Ой, Аверин умница сейчас. Выбил у него мяч. Аверин и навес на Панфилова. Гриш. Подбор. Нет, все-таки удалось. И вот Панфилов теперь. Вот теперь открытая. Панфилова.
Бегут, бегут сейчас игроки Миннесоты. Аверин будет сам, наверное, проходить. И что в итоге? В итоге из-под кольца. Да, Аверин все-таки быстро не в цель. А Бондарева. И один из двух, один из двух. Может ли Хьюстон еще вернуться? Сможет ли вернуться? Пишите в комментариях. О, с фаул! Ну опять подбор за Хьюстоном. Что-то не так с подбором, вот. О-хо-хо, роскошно! Передача, ошиблись игроки Миннесоты и поплыла. Сейчас немного такое ощущение Миннесота. Да, еще трех! Она дальше через Панфилов будет, наверное... Нет, Панфилов решил сам пройти с прыжки. И со второго раза все-таки Панфилов. Да, вот так вот, ребята. Не совладал сейчас с эмоциями Никита Панфилов. И Панфилов, нет, не свалили в итоге на Панфилове. И быстрый отрыв сейчас. Убегают игроки Хьюстона и реализуют. Но Хьюстон хорошо защищается, разменивается и не удается никак. Но вот Панфилов, Аверин, два очка все-таки нашел, на себя прилетел. Но есть вторая попытка для него. И что в итоге? Один забивает. Пыль. Сдуй отсюда. Ему Панфилов показывает. Панфилов в получении. Еще трех. 15 Миннесота. Комфортный в целом разрыв. Но зная Миннесоту, как они умеют разбазаривать преимущество, это пока ничего не значит. Так, забивает первый штрафной Малик Илья. И 2 из 2 на линию штраф встает. Такая грубая достаточно игра пошла. С обилием фолов. Зажглись немного игроки Хьюстона. Чувствуется агрессия. Дьяконов. Будет 1 в 1 против Аверина. Получает заслон от Водопьянова. Проходит. И сложный очень бросок сочинил. Но сейчас игре нужно прямо сейчас забивать Малик. Пытается под кольцо на развороте. Создает себе пространство. Разладилась игра на подборе у Миннесоты. И вот и Водопьянов. Треха! Лев Водопьянов. Возвращаюсь, 30 до конца. Карасев с мячом. Зорин пошел со средней через Малика. Успел мяч схватить он. А теперь Водопьянов. И теперь вот открытая треха от Хьюстона. Заливает треху. Сейчас опять 30. Есть шанс у Хьюстона. Аверин пытается накрутить. Вода кроссовере убирает. Два мяч сзади не выбывают. Ой, сохраняй все-таки мяч. И вот высоком натяжном от забора. Плюс 12 Миннесота. Так, что тут придумает у нас? И приблизится. Миннесота при этом дает им возможность. Не дает. Не подпускает близко к себе оппонента. Ой, ну тут дарит Панфилов мяч буквально на ровном месте. Вот она! Карасев забегает через двоих по высокой дуге. И возвращаться нужно, а Панфилов не возвращается. Нужно и легко добавлять сейчас два очка. Зубков, дающий Аверин. Аверин внутрь, лишь хочет понадежнее.